В течение всего лета сотрудники Госсанэпидтехнадзора проводят рейды в рамках операции «Засада». Главная цель – застать на месте нарушителей правопорядка, которые сбрасывают мусор в неположенных местах, а именно у дорог, возвращаясь с выходных, проведенных на дачных участках. В течение недели объезжаем места, смотрим, где больше всего складируется мусора. В этих местах больше и производится сброса. Таким образом выбираются места для проведения засады. Бывает, как говорится, ловится и большая рыба. Так в минувшую субботу был зафиксирован случай сброса мусора большегрузом. Большегруз принадлежал частнику. Материалы дела будут направлены в административную комиссию Ленинского муниципального района. Вот он сбрасывал строительный мусор. Сбросил где-то около 5 кубов. Штрафы за подобные нарушения немаленькие. И, по словам сотрудников Госсанэпидтехнадзора, попавшись однажды, далеко не каждый рискнет повторно нарушить закон.